это видео о том, как мы вернулись. Нормально? Вернулись домой. И там на паркованной машине. По траве надо ехать. Вот. Він купив машину. Я вернулась домой і не можу проїхати. Де погніть ветки? Ну, можна вот такое поджать тут по центру. Ну. Так. Я отгибаю ветки, а Дима едет, заезжает домой. Это курица. А это что такое тыче? Оно перевернулось. Это нахер курица, оно курица. Завязанное. Все, чемодан потом принесешь. Поднимаемся. Наш дом. Сейчас. Надеюсь, сейчас мы не будем обалдевать. Да. Ну, ничего не воняет. Это уже хорошо. Это уже прекрасно. Да. Пижамки лежат. Кухонька наша. Слушайте, я паутинку какую-то прям смела ногами. Что-то у нас паучки сильно плетутся, я заметила. Ой. На, занеси подушку на место. Ставлю воду. Ну, вроде как. Вроде как все замерзшее, слава богу. Контента не буду, ребята, в этот раз. Ничего драть. Кстати, цветут мои орхидеи. Надо заметить, ничего не повяло, не завяло. И эта орхидейка моя красавица цветет. Я даже видела свои цветы на балконе. У них тоже все хорошо. Они не повяли. Вот этот очень нежный цветок. Он очень любит много воды. И он не листик родил. Моя зайка. Эти надо, конечно, порасцветали. Надо поливать. Сейчас полью. Всем дам пить. Я сейчас хочу сделать себе кофе с молочком. Смонтировала уже видео, смотрите, у меня тут идет сохранение, вот так вот я сохраняю видосики, 5%. Закипятила чайник. Андрюх, там ничего нет в холодильнике, ты хочешь кушать? Да? Да. А что ты хочешь? Курочка есть, дать? Хлебушка. Хлебушка просто? С курочкой, давай? Нет. Ну, видите, как он есть хочет. Я вам покажу чашку, которую мне подарила Аня. Я вам похвасталась, в машине была. Смотрите, это стильная чашка с такой ложечкой. Моя Анютка купила мне такую чашку. Чашка подходит под наши стулья. Вот такая вот. Очень такая красивая, прям вообще. И вот так вот ставится туда ложечка. Какая классная длинная ложечка. И вот такая вот крышечка. Вы можете себе запарить кофе. Вот так вот накрыть. Красивая, правда? Иду делать себе кофеёк. Сейчас помою и буду из нее пить кофе. Ребята, у нас уже утро. Я наконец-то на своей родной кухне. Сделала себе завтрак сухой. Мюсли. И кофеёк у меня там уже почти выпит, потому что я смонтировала видео. Не знаю, как я выгляжу. Встала я в 6:30 утра по привычке, потому что на море так просыпалась для того, чтобы использовать это время для монтажа видео. А дальше мы отдыхали, ездили на экскурсии, гуляли, плавали. Еще море видео с моря. Я даже не знаю, как я их буду выставлять, то ли уже их не выставлять, даже не знаю. А знаете, другие блогеры просто... Видимо, могут определить больше времени на монтаж. А я, к сожалению, с детками, мне хочется и то, и то, и то успеть. Вот. Я сейчас позавтракаю, и у меня целый чемодан стирки вещей. Просто
очень жарко, сушильную машину не включаем, наверное, вешаем на балкон, и пусть она так сохнет. Я полила все вазончики свои красивые. Вот. Вот этот вот отцветает, может, ему мало воды, слушайте, было. И буду... Не пойду с Никулькой гулять, я так думаю. Пускай бегает ребеночек, пока не жарко. Стирка будет стираться, она проснется, кашка уже им готова. И пойдем гулять, отдыхать и развлекаться дальше. Лето. Вот, Андрюхе нужно купить обувь обязательно, но не сегодня уже. Вот так вот. Проснулась не кошка. Аня подарила ей детскую тарелку, такую детскую посудку, знаете, для бебиборна. А что вы думаете? Аня. Аня подарила. И она вчера ужинала с этой тарелки. И сегодня заставила мне кашу с ее тарелки перелить в эту. Поэтому Никуша у нас маленький бебиборн. Вот эту ложечку бери. Давай, бери. Нет. И эта ложка тоже не подходит? Не то. Не то? Это. Хорошо. Это. Ника бебиборн. Маленький бебиборн. Уа, уа. Вытираешь, да? Там палочки были просто кукурузные. Это. Наливайся, ну, набирай. И опа. И в ротик, давай. Кукольный завтрак. Капельки. Сейчас сделаю тебе чай с молочком. Хочешь? Да. Андрей, Ника, Никуля, хочет. Отдай папе ободок, мы не берем его. Ника, отдай, 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 у меня и так рук нету. О, Боже. Андрей. Так, давай, я тебя жду во дворе, Андрюша. Ну, выходи. Мы идем с Никушкой на улицу, нам надо собрать, приехала посылка Диме на зимние кроссовки. Мы заказывали ее, он рассказывал на кухне. Вот, заодно посмотрим качество, потому что цена была такая 1100, по-моему, посмотрю точно. Доставка 190 гривен нам обошлась. Выбросим мусор и купим мяска, нужно что-то уже готовить, возвращаться в строй. Можешь идти в песок, но лучше не надо, иди на качельку или на горку. Никуш, на горку иди, еще трава мокрая. Девчонки, забрала я кроссовки, коробочка. Дома уже все откроем, рассмотрим. Дима померяет. Должны быть классные. А сейчас идем купим мясо, Никушка. Пошли. Надо что-то приготовить. Пить хочешь? Тогда нам надо в магазин, туда. Туда? Нет, в другую сторону. Вот туда. Да, давай ручку. Давай ручку мне. Да, круги тут всякие, но нам это уже не надо. Круги. Это нам уже не надо, хорошо? Круги. Да. Круги. Все правильно. Мама. Что? Так, я пришла домой, хочу вам показать кроссовки, Дима тоже еще не видел. И я еще не видела. Открываем. Слушайте, они такие, что они такие великие, не? Или мне так кажется? Это Puma? Вот значок, только вот такой маленький и все. Больше нигде. Они водонепроницаемые. Гидроизоляция тут. Еще что-то. А вот водоотталкивающий материал это. Я не знаю, что они такие большие. 42,5 написано евро. 9,5. Укр 8, да. Ну, мерим сейчас, будем мерить. Так я даже, Дим, вещи еще не постирала никакие. У меня все в чемоданах. Короче, мы дома. Началась уже это, реальная жизнь. Без сказок и лохуй. Я жарю котлеты, отварила макароны уже. Вот сколько я уже нажарила. Я их обжариваю, потом протушиваю в микроволновке. Мне так легче. Ну, они вкуснее мне, когда еще протушено. Тогда ничего нет сырого внутри. Цветулики мои цветут.
мне обои будут. Да там ничего не будет тебе видно. А где одежда? Андрей, у Антона же. Антон? Ну да. Вероника принесла ложечки. Это те, которые нам Оксаночка подарила. Вот она принесла, говорит, мама, давай будем открывать и пользоваться, да? Есть. Вот, знаешь, какая твоя? Вот это и есть твоя Вероника. Давай откроем, давай? Давай. Давай. Смотри. Обои. Это твоя ложечка, тут написано Вероника. Я сейчас покажу вам, как. Это гравировочка, видите? Прям вырез, блин. Я вот правда не знаю, можно ли их мыть в посудомойке. Как ты думаешь, Дим, можно их мыть? Это да. Же гравировка. Не надо лучше? Просто. И оплачь. Она такая, знаешь, ну, прям ногтиком чувствуется. Чтобы оно цвет не повыбивало. Она же там высокие температуры и струей воды. Да ничего не будет. Не будет ничего.